Гончаров Петр Фролович родился в 1921 году в деревне Бизюково Дорогобужского района Смоленской области. До войны работал в колхозе, в Красной армии с 1940 года. Занимал должность командира отделения пулеметной роты. Участвовал в обороне Ленинграда. С 1944 года участвовал в наступлении советских войск в ходе Выборгско-Петрозаводской операции, а затем в освобождении Прибалтики и Польши. 5 раз был ранен и 2 контужен. Награжден орденом Ленина, 2 орденами Отечественной войны первой степени и медалями. 9-10 июля 1944 года в боях на Карельском перешейке в ходе наступления в числе первых во главе расчета с танкового пулемета переправился через реку Вокса. Огнем пулемета уничтожил огневую точку противника. Отразил 3 атаки финнов на плацдарм, в ходе которых противник потерял более 30 человек. С группой разведчиков в контратаке отбросил финнов. Помог вывести из окружения 2 тяжелораненых офицеров. Был ранен, но остался в строю. Враг предпринял еще 2 психические атаки на подразделение Гончарова, но отступил, оставив на поле боя более 80 убитых. За героизм, проявленный при форсировании реки Вуокса, Гончарову Петру Фроловичу присвоено звание Героя Советского Союза.